Нехарактерная текстовая экспозиция появилась сегодня в Национальном художественном музее. Теперь арт-объектами признаны издания и типографии 17-19 веков. Стационарная выставка к 500-летию белорусского книгопечатания. Своего рода заглавная литера здесь воссозданная Евангелие братьев Мамоничи. Отныне уникальный памятник 1600 года в переплете, близком к родному. Обложку по старым технологиям, а также реставрацию более 400 страниц и 4 гравюр с фигурами евангелистов выполнил Андрей Крапивко. Мастер в начале десятилетия уже вернул им апостола, фолиант конца 16 века, кстати, с той же виленской типографии, что и самый ранний экземпляр в книжной сокровищнице, размещенный в зале древнебелорусского искусства. На выставке мы показали также оклад, в котором это Евангелие находилось 1942 года, и приплетенные листы, где переплетчик по фамилии Зинкович оставил свою подпись. Это очень важное свидетельство истории этой книги. Ярким образцом декоративно-прикладного искусства является серебряный оклад 17 века с юго-востока Минщины. Довольно редким называют также акафист 1698 года. Это образец продукции Могилевской братской типографии. Автор иллюстрации Максим Ващенко – один из лучших граверов своего времени. Текстовую экспозицию дополнили книги из исторических печатных центров Супрасли и Полоцка. Сегодня в музейной коллекции свыше 190 томов.